Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рысев. Работаем сегодня для вас на часах 12.07, 23 сентября. Сегодня... И что, переходим мы к нашей следующей теме. Да, к следующей теме, которая наиболее близка Светлане Удельной. Я прохожу так по касательной, но обязательно постараюсь внести и свою лепту, и по жизни стараюсь. Спорт. Слушайте, заходите к нам на сайт www.hakirova.ru. У нас там есть и радиотрансляция, есть видеотрансляция. Если сейчас туда зайдете, то увидите у нас гостя в студии. Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Буквально-таки недавно, а именно в воскресенье, был кросс нации, забег, изюминка этого мероприятия в этом году. Был еще у нас и велопробег. Давайте вспомню, как это было, сколько человек пришло, ну и вы, как профессионал, как человек ответственный за это, как оцениваете? Ну, общее количество участников всего мероприятия свыше 4000 человек, а конкретно велопарада, велозаезда от 100 до 150 человек. Очень удивило, на самом деле, знаете, активность. Мы даже специально, у нас есть общая фотография, честно скажу, посчитали. Мы посчитали, да, там как раз 150, но это около. Но это уже после заезда, и многие разъехались, поэтому мы вот так вот прикинули, но более 200 было точно. Ну, на старте, когда я наблюдала картину старта как раз велозаезда со сцены Театральной площади, колонна растянулась до здания правительства, от сцены до здания правительства. Поэтому достаточно масштабный проект, который был реализован. Я думаю, что очень интересный опыт, который мы будем транслировать в дальнейшем на следующие общегородские мероприятия. Ну что, что такое вообще, в принципе, кросс-нации? Это привлечение к занятиям физической культурой и особенно привлечение молодежи, пропаганда здорового образа жизни, чем, собственно говоря, мы в воскресенье занимались. И можно было и пробежать, все желающие. Для этого нужно было заявиться. На велопараде могли принять участие все желающие. Нужно было всего лишь иметь для этого велосипед. Но, кстати, были люди и на роликах, что тоже меня очень так удивило. У меня даже такой общий вопрос. Мероприятие вроде кросс-нации. И же с ними. Это все-таки мероприятие для галочки, или они на самом деле способствуют тому, что там люди с большей вовлеченностью начинают заниматься спортом, приходят в секции и так далее? Вы знаете, если бы это было мероприятие для галочки, то увеличение участников от года к году мы бы, конечно, не видели с вами. Не у всех есть возможность вообще заниматься бегом. Кто-то стесняется своей формы, кто-то уровня подготовленности, у кого-то не хватает там спортивной формы, той же самой одежды. Здесь любой человек может принять участие. Причем дистанции достаточно такие символичные, символические, вернее, скажу. 1 километр, что это? Человек может попробовать свои силы в коллективе, в массе, и в дальнейшем я не говорю, что все 100% начинают заниматься активно физической культурой и спортом, но если процентов 30 приходят к решению того, что нужно заниматься, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, то это значит, мероприятие проводится не зря. То есть посредством такой массовости люди получают уверенность, что ли? В собственных силах. Действительно, ведь мы видим участников, дети бежали от 2004 года рождения и младше. Самому младшему участнику в составе семейной команды было 5 лет. То есть если взрослый человек, который сомневается в своих силах, в своих возможностях, видит рядом бегущего ребенка, которому там 7-10 лет, и нисколько не уступает, я думаю, что это дает дополнительную уверенность, дополнительный стимул, чтобы все-таки прийти к спорту. Ну да, то есть это такой толчок, но это действительно такие потрясающие мгновения, когда одно дело, хорошее дело, объединяет такое большое количество людей. По сравнению, все равно делайте какие-то выводы, да, сравнивайте с тем, как это проходило в прошлом году, какие-то недочеты, планы на следующий год. То есть здесь вот велосипеды были, а на следующий год уже как, что же думали, какие мысли у вас? Вы знаете, так как все прошло в воскресенье, какого-то глобального анализа еще не было осуществлено. Но, в принципе, по первым впечатлениям, по первым ощущениям, все прошло достаточно достойно. На самом деле, вот велозаезд, велопарад стал именно той изюминкой, которая в этом году была в городе Кирове. Очень порадовало, что был такой он красочный заезд, были
наряженные в костюмы участники. Ну, были, да, действительно, разноцветные футболки. То есть это было именно как праздник, не мероприятие чисто спортивное, для галочки, там проехали дистанцию определенную, получили какой-то результат. Нет, именно формат праздника, формат там, мероприятия, которое поднимает настроение. Да, действительно, были люди в костюмах, но это так по образу подобию таких московских велопарадов. Там-то уже знают, как это все проводить, и люди привычные действительно наряжаются, и можно это было видеть и в воскресенье на нашем велопараде. Ну что, у нас первый велопарад, получается, тут два в этом году. Первый состоялся в День молодежи, и второй перекрытие дорог. Можно было прокатиться, действительно, дорого стоит по Октябрьскому проспекту. Хорошо, что и погода как-то, да, улыбнулась, погода, конечно, нам в этот, да, день. Прекрасная была погода, тепло, осенний день, солнце, листва, и ты едешь с друзьями по Октябрьскому проспекту. Просто у меня эмоции действительно зашкаливали. Как пришли к этому? Почему решили внести именно заезд велосипедистов в это мероприятие? Я со своей стороны знаю, мы хотели этого, действительно, велосипедисты, и все велодвижение, и у нас наш проект на Эхо Москвы, Велотур Вятка Киров. Стараемся мы как-то развивать велодвижение и надеялись, что все-таки будет у нас и вторая возможность провести велопарад. Мы очень рады, что получилось. То есть мы довольны. Я, в свою очередь, тоже очень рада, что все это все-таки состоялось, что этот проект реализован. И без каких-либо проблем, без травм, без последствий, я думаю, что формат данного мероприятия, может быть, будет пересмотрен вместе с вами, вместе с активными участниками велосипедного движения. То есть сейчас вы просто проехали не на скорость, вы проехали по дистанции, получили удовольствие, потом обменялись впечатлениями. Возможность проведения скоростных заездов, она тоже существует в рамках вот именно таких городских мероприятий, как весенняя легкоатлетическая эстафета, кросс-нации, когда уже предполагается мероприятие традиционное, связанное с перекрытием дорог общественному пользованию. Чтобы не создавать, не напрягать обстановку, не проводить дополнительное мероприятие, было принято решение в этом году формат оставить такой. А возможно, при планировании мероприятий на следующий год, при формировании календарного плана, готовы обсуждать тему форматов мероприятий у велосипедистов. А есть возможность у нас и маршруты, да, на которых можно провести, ну, скоростные, вот эти, как про них называется? Заезд, уже формат соревнований, да. Мы, когда встречались при подготовке вот как раз кросс-нации этого мероприятия, обсуждали тему. Будет это просто заезд в спокойном темпе? Будет это скоростные какие-то заезды, то есть со временем и с определением победителей и призеров данного заезда? Но в итоге пришли к общему мнению о том, что мы не разделяем ни по половому признаку, ни по возрастному признаку данный заезд. Соответственно, никаких временных рамок определено не было. Но как раз вот у нас сейчас осталось 2 недели до легкоатлетической эстафеты. Я думаю, что мы 4 октября, где мы точно так же в программу включаем велозаезд. Сейчас будем встречаться, обсуждать формат. То есть либо это в таком же формате и в как мероприятие, посвященное там закрытию летнего сезона для всех, и для легкоатлетов, и для велосипедистов, либо это будут какие-то, может быть, скоростные заезды, то есть с учетом времени, пока формат обсуждается. Да, но пожелания, в том числе от велосипедистов и от наших слушателей, перед кроссом нации в программе «Спорт с Медведевой» тоже высказывались. Есть пожелания, чтобы, ну, то, что парад, это действительно хорошо, все вместе прокатились, но в том числе, чтобы были какие-то мероприятия, именно соревнования. Ну, то есть это все впереди. Пишут мне сейчас как раз те, кто принимали участие в велопараде, вот, то, что все понравилось. Единственная проблема, я сейчас прямо цитаты читаю, проблема в том, что за всем этим официальным спортивным лицом теряется основной смысл, который велосипедисты в первую очередь хотят донести до людей и чиновников. Велосипед — это полноценный вид транспорта, а не только отдых и спорт, поэтому всегда хочется отделиться от спортивных мероприятий и показать основную цель велодвижения. Ну, то есть вот так вот. Ну, я так понимаю, что любой человек имеет право на собственное мнение. Мы попытались пока минимальными затратами реализовать данный проект.
очень сложно. Во-первых, мне не совсем было понятно по количеству, по объему участников, которые придут на это мероприятие. То есть количество участников впечатлило на самом деле. Это понятно, что направление велосипедного движения очень актуально, и уже, мне кажется, повсеместно. То есть большое количество людей пересаживается на велосипед, использует данный вид как транспортное средство, как средство передвижения, а не как раз как спортивный снаряд. Поэтому давайте встречаться, обсуждать. Мы открыты, любые предложения принимаются и ну, в пределах разумного, конечно, будут реализовываться. Ну, кстати говоря, можно и без пределов разумного, ничего страшного. 708-502 — это номер нашего прямого эфира, вы можете позвонить нам. И, не знаю, участвовали вы в «Кроссе нации»? Есть ли у вас какие-то нарекания, претензии или, наоборот, слова благодарности за прошедший праздник? И 8-909-720-101-0 — то же самое, только подписывайтесь, это будут ваши смс-сообщения. Неважно, бежали вы или проехались с нами на велосипедах, ваши впечатления. И также хочется мне спросить, ведь провели это благодаря как раз активности велосипедного движения, которое недавно появилось у нас в городе. И, ну, то есть эта инициатива, получается, молодежи. Они развивают эту тему. Когда вы узнали, что у нас действительно появляется такое, вот, ну, такое движение, вы уже потом познакомились с этими людьми, как оцениваете? Ну, то есть их силы, ну, вообще-то, что они есть и у нас в городе тоже. Ну, очень приятно, что действительно молодежь сейчас выходит со своими инициативами, не пытаются сами в узком своем кругу их реализовать, но пытаются именно донести идею, донести свою мысль и свои желания до представителей власти, до каких-то структур, которые могут им помочь в организации мероприятий, в проведении, в какой-то... Ну, в любой форме. Поэтому ребята, которые курируют это направление, велосипедное движение, конечно, они фанаты. Продвинуть любую идею сложно человеку, который некомпетентен, который не болеет сам этой темой, не в ней, не погружен. У данных ребят все в порядке. Именно поэтому, мне кажется, реализовать данный проект вот, хотя бы минимально пока в таком формате оказалось возможным. В перспективе будет лучше, будет больше, я так думаю, что и по организационным моментам, и по количеству мероприятий, и по формату мероприятий. Это такая вот, получается, инициатива граждан, но мне кажется, что все-таки успех и то, что что-то в этом направлении наконец-то у нас начинает получаться, в том числе, ну что греха таить, потому что и мы тут подключились, радиостанция, но это медийный ресурс. С вашей точки зрения, если бы невозможность наша такая вот эфирная, получилось бы у ребят организовать парад, установить то количество парковок, которое у нас сейчас установлено в городе. Ну, то есть достаточно ли только инициативы и желания? Насколько власть открыта для диалога вот с такими вот ребятами, с молодежью, идейной? Ну, вы знаете, последнее время очень много направлений развивается именно как раз за счет той инициативы, которая выходит от молодежи, от жителей. В принципе, вот я даже не знаю, как сказать. Идеи, если они действительно интересные, достойные, если они не просто в теории находятся, да, видно, что люди, там, инициативные граждане, инициативная молодежь сами что-то уже сделали, не просто положили свою идею на бумагу, а действительно вот организовали обучение управлению велосипедом. Отличная тема, действительно, в этом году не получилось принять участие в данном, ну, как бы в данном мероприятии, но на самом деле очень интересно, потому что ведь у нас не все знают, как правильно вести себя на дороге в качестве там, человека, который управляет велосипедом. А вот. Вот мне кажется, сейчас достаточно так руководители, которые находятся во власти, достаточно открыты для любых предложений. Не всегда получается реализовать в полном объеме те предложения, которые приносят идейные граждане, жители города Кирова. Но это надо обсуждать вот в рабочем режиме для того, чтобы прийти к максимально там, нужному, интересному результату, чтобы удовлетворяло обе стороны. Ну, наверное, самый главный вопрос все-таки, а где эта точка соприкосновения, где эта площадка, ну, на которой появляется идея, и здесь же как раз недалеко чиновники, власть, администрация, да, которые мы могли ее схватить, вместе они могли бы пообщаться. Где вот это, где пересекаются эти линии? Молодежь с их идеями,
пусть даже просто теориями, да? И где чиновники, где они встречаются? Ну, на своей практике могу сказать, что у меня в кабинете очень часто происходят встречи с молодежью, со студентами, просто с жителями города, которые приходят со своими идеями, идеями как в области спорта, так и в области реализации каких-то общественных мероприятий, молодежных мероприятий. Садимся, обсуждаем. То есть банально можно прямо напрямую вот, к вам? Конечно, можно напрямую, да. Рабочий день с 8 до 5, пожалуйста, со всеми идеями, мыслями, либо я, либо начальники отделов обязательно обсуждают и принимают решение. Если у нас есть уже аналогичное мероприятие, мы предлагаем принять в них участие в качестве участников. Если какое-то новое мероприятие еще не реализовано на сегодняшний момент, конечно, уже дальше идет техническая проработка и максимальная реализация мероприятия в том формате, в котором бы хотели видеть интересанты. Надежда Юрьевна, я очень благодарна, что вы так вот сейчас поддерживаете велосипедистов, но вспоминаю я, что велосипедисты, в том числе и мы, и движение «Велосипедизация» писали письма на имя главы города, и нам пришел ответ о том, что будет создана рабочая группа, но почему-то мы до сих пор никак и не собрались. Я понимаю, что это рабочий момент, это процесс, но все-таки хочется уже встретиться и для того, чтобы тот самый диалог начался. Вы знаете, максимально прикладываю к этому усилия. Действительно, рабочая группа на сегодняшний день создана, утверждена постановлением администрации города Кирова, но вот в силу определенных там технических моментов и с большой занятостью. Дело в том, что глава администрации города Кирова очень заинтересован именно сам встретиться с участниками данной рабочей группы, но в силу своего напряженного графика вот пока получалось, что переносится мероприятие, но оно ни в коем мере не будет отменено, оно в любом случае пройдет именно вот под председательством главы администрации города. Да, рабочая группа для того, чтобы развивать велодвижение, для того, чтобы город становился комфортным. Вновь я это повторяю, уже наизусть заученные мною фразы, комфортным и для велосипедистов, а если будет комфортным для велосипедистов, то и для пешеходов, и для автомобилистов, и вот эту вот тему доступности среды как раз здесь тоже затрагивается, выгода и для немобильных людей тоже. Сегодня у нас инаугурация губернатора, да, Никита Юрьевич в должности свою вступает, и поэтому не могу я здесь в параллель с этим тоже задать несколько вопросов. Никита Юрьевич, в общем-то, выделяя свои достижения за этот срок, который он уже был у руля, отметил, что первое — это решение инфраструктурной задачи, второе — завершение знаковых долгостроев, а именно Ледового дворца в Кирово-Чепецке и Дворца единоборства в Кирове. С вашей точки зрения, самые такие яркие достижения, но и о планах я не могу тоже не спросить, ну, в том числе вот, на ближайшее время, и что будет сделано, и с губернатором, ну, то есть его идеи, насколько... Ну, вы знаете, на самом деле очень много сделано за период нахождения у руля Никиты Юрьевича в плане развития инфраструктуры, в плане развития физической культуры и спорта, в плане того, что повернулись лицом к спортивным школам, к спортивной общественности. Их слышат, реализуются масштабные проекты. И, конечно, город, так как является там областным центром, он не отстает и совместно с правительством области, администрацией города Кирова планирует и реализует определенные проекты. То есть здорово, что в городе появился 50-метровый бассейн. Здорово, что появился Ледовый дворец. Нам его очень не хватало. Я думаю, что нам его... Также не будет достаточно в силу того, что очень много желающих получать услуги вот как раз ледовой арены круглогодично, не только зимой, но и летом. Что у нас в планах? Мы начинаем реализацию проекта строительства, проектирования и строительства лыжного стадиона в микрорайоне Радужный. То есть на сегодняшний момент у нас определена трасса, двухкилометровый круг, который... по которому проведены подготовительные работы, то есть грейдирование проведено для того, чтобы как только будет выпадать снег, соответственно, будет трасса укатываться. Сейчас начинаются работы по освещению данного круга. То есть, если вы примерно понимаете, территориально это рядом с сельскостроительным комбинатом, поляна, которая не освещена, как-то мы проводили там лыжню России, сейчас данная площадка будет возможна для... использование жителями в любое время. И понятно, какие-то мероприятия спортивные, городские, возможно, областные, будут уже переноситься именно на данную территорию. Сейчас у нас решается вопрос о
территории на Северной набережной. Северная набережная полностью оформляется под зону рекреационную и под развитие различных видов спорта. Соответственно, там не будет строительства никакого, ни жилого, ни торговых центров. То есть данный земельный участок оформляется и будет передан спортивной школе номер 3, которая культивирует как раз зимние виды спорта, находится там же. Поэтому были вопросы по земельному участку за Северной больницей о том, что какие-то планы по строительству жилому есть. Нет. Данный земельный участок будет использоваться только под развитие спорта. Дальше у нас есть еще в качестве приоритетного проекта это стадион микрорайона Ленгасово. В Ленгасово очень сложно все с инфраструктурой, со спортивной. Один спортивный ФОК, стадион, который передала РЖД в 2013 году в муниципальное образование. То есть тоже в планах проектирования и реконструкции данного спортивного сооружения для того, чтобы жители микрорайона Ленгасово и ближайших населенных пунктов могли полностью получать услуги спортивных сооружений и тоже сделать свой шаг к здоровому образу жизни. Вот, наверное, из таких точечных приоритетных планов. Ну, конечно, не хочется забывать про трамплин. Проект есть. На сегодняшний момент в Минспорте и в Федерации прыжков на лыжах с трамплина во Всероссийской решается вопрос о том, чтобы за счет средств федерального бюджета в регионах строить маленькие трамплины. То есть, в принципе, мы готовы войти в эту программу, так как у нас уже готова вся проектно-сметная документация, в том числе проведена государственная экспертиза. То есть, вот они основные направления. Ну и, соответственно, там спортивные площадки в рамках грантовых конкурсов, хоккейные коробки, которые тоже есть проблема с хоккейными коробками, все как бы в принципе знаете, вопрос по содержанию, тоже работаем в этом направлении для того, чтобы максимально и зимой у людей была возможность заниматься спортом, кататься на коньках. Их нужно заливать, по крайней мере. Да, их нужно заливать, но помимо того, что их один раз залить, их надо же содержать постоянно. То есть качество льда, если в крытых площадках поддерживается с помощью специализированной техники, то на улице есть определенные сложности. Но на сегодняшний момент у нас есть ряд площадок, на которых занимаются спортсмены 6-й спортивной школы по-старому ДЮСШ «Союз», который культивирует хоккей с шайбой. Там, где проводятся занятия, коробки содержатся с помощью вот тренерско-преподавательского состава, который работает с детьми. То есть они самостоятельно чистят, заливают, содержат, максимально реконструируют, то есть поддерживают в рабочем состоянии. Ну а в общем в городе ведь немало у нас коробок. На самом деле коробок много. Как бы перечень коробок, он есть. В силу того, что на протяжении многих лет не вкладывались деньги в то, чтобы их поддерживать, хотя бы поддерживать, я уже не говорю там о ремонтах, о реконструкции, часть коробок из них пришла уже в такое состояние, ну, непригодное для использования. Но, опять же, в рамках грантовых конкурсов, в рамках наказов избирателей Кировской городской думы есть уже реализовано несколько проектов как раз по строительству и по восстановлению хоккейных коробок. То есть мы, может быть, недостаточно быстро это делаем, но мы проблему понимаем, мы ее пытаемся реализовать максимально в короткие сроки. Ну, это планы, да, на ближайшее время. В планах также, возвращаясь я и к теме велосипедов, велосипедисты встретились с губернатором, подготовили для него презентацию, чтобы они хотели, как они видят город, что нужно изменить. По итогу этой встречи Никита Юрьевич как раз вот высказался то, что, может быть, в регионе может появиться туристический веломаршрут. Сейчас как раз ведутся переговоры по поводу того, какой это будет маршрут, куда, вы думаете, куда было бы интересно? Ну, то есть это же тоже спорт, знаете, то есть у каждого культура. У каждого интересы разные. То есть кому-то интересен маршрут по историческим памятникам, кому-то интересен, наверное, как вариант маршрут по торговым центрам. Ну, это я как вот пример. Кто-то хочет проехаться по достопримечательностям иного характера, не музеи, исторические здания. То есть это все зависит от потребностей, от интересов самих велосипедистов.
Значит, вот будет маршрут. Также сейчас велосипедисты подсчитывают, во сколько может обойтись создание велодорожек в двух парках нашего города. Надеюсь, что тоже это получится. И также Никита Юрьевич поддержал инициативу по поводу велопарковок. Напомню, что вот в рамках нашего проекта этим летом установлено около 20 парковок. И Никита Юрьевич сейчас выделяет деньги для того, чтобы появилось еще около 300 парковок. Надеюсь, что уже к следующему велосезону, то есть весной, начале следующего лета, в нашем городе будет вот такое вот количество. Кстати, на сегодняшний день их около 100. Это то, что касается планов. Надежда Юрьевна, я все-таки надеюсь, что однажды и вы сядете на велосипед. Прокатимся мы с вами, может быть, и на велопараде. Я думаю, что к следующему летнему сезону созрею и до велосипеда. Да, очень я хотела бы этого. Напомню, что кросс-нация проходила у нас в воскресенье. В том числе был не только забег, но и заезд велосипедистов. На велосипеды в этот день пересели все, неважно, сколько лет велосипедисту, то есть были и дети, были и спортсмены, ну и представители власти тоже можно было увидеть за двухколесными, в том числе и Светлана Медведева, Александр Булдаков, Илья Черезов, ну, в общем, Валентин Пугач, долго могу перечислять, очень жалко, что Дмитрий Матвеев не успел вернуться, написал мне как раз сообщение перед тем, как мы поехали, что он не успевает, тоже хотел поддержать, выступает он тоже и за здоровый образ жизни, и за спорт. Но такое мероприятие было в воскресенье, уже следующие велопарады, велозаезды в следующем году. И слушатели у нас на сайте hokirova.ru заходите. Там у нас есть ссылка на страничку Вело Эхо Кирова. И там отчет по поводу прошедшего мероприятия. Фотографии, если принимали участие в заезде, то ищите себя и на фото, и на видео. И в том числе вот уже буквально через, не знаю, через час быстрее появится комментарии тех, кто принимал участие, и критика, и какие-то и добрые слова. Ну, в общем, такой вот сейчас отзыв мы собираем для того, чтобы проанализировать, и для того, чтобы в следующем году учесть все эти недочеты и недостатки, чтобы все это проходило еще лучше. Ну, почему говорим про следующий год? То есть 4 октября мы уже не рассматриваем? 4 октября, давайте, да, мы еще это обсудим. Я не уверена, что получится вот именно такое вот масштабное мероприятие, как у нас получилось в воскресенье, вот именно в формате велопарада. Мне кажется, что, может быть, здесь что-нибудь более для спортсменов сделать. Ну, давайте посмотрим, обсудим. Единственное, что меня пугает в этой ситуации, это, конечно, уже погодные условия. Возможно, что и это сыграет определенную роль. Но я надеюсь, что велосипедисты активные люди, не боятся ни дождя, ни холода, ни сырости, поэтому не менее масштабным будет, предполагаю, заезд. Да, 4 октября еще одно мероприятие. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Надежда Юрьевна Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации города Кирова, Светлана Удельна и Грысев. Мы сейчас уходим на рекламу, и буквально через несколько минут у нас будет викторина «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Игорь Жисев. Начинается у нас викторина «История создания». Но Роман Веселков сегодня занят, поэтому в студии у нас Светлана Занько. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Добрый день всем. Действительно, Роман сейчас на встречах, занимается важными делами, но он составил для нас, как всегда, интересные вопросы для викторины, интересную материал историю написал. Подготовил он. Всегда. Он всегда автор викторины. Большое ему за это спасибо. И большое спасибо нашему спонсору, известному всем заводу «Вятич», которому в этом году исполнилось 111 лет. Мы его поздравлять не устаем. Надо сказать, что завод «Вятич» готовится принимать гостей, уже принимает гостей с 20 сентября в своих заведениях, где идет фестиваль урожая с фестивальным сортом от «Вятич», которые начали варить еще в марте. Март по-немецки «Марцбир». Вот и пиво, которое начали варить, насколько я понимаю, еще тогда. Вот сейчас оно выстоялось, и сейчас его разливают. Я знаю, что некоторые мои коллеги уже его попробовали. Традиционно перед этим праздником летом не особенно гуляли, больше работали. Праздник начинался вместе со сбором урожая и разливом праздничного сорта, который можно попробовать в заведениях «Вятич» и купить в магазинах. Партия ограничена, поэтому поспешите.
Ну вот, а сейчас я перейду непосредственно к самой викторине «История создания». Напомню вам, уважаемые слушатели, правила нашей игры. Я расскажу вам короткую историю, задам вопрос, дам вам три варианта ответов. Вам необходимо будет позвонить по телефону 708-502, 708-502 и попытаться выбрать правильный ответ. Значит, история следующая. Еще до революции глава города, тогдашний глава города Вятка, Яков Иванович Поскрёбышев, разработал план строительства трамвайного пути в городе Вятка. Надо сказать, что Яков Иванович Поскрёбышев вообще был выдающимся главой. Он очень много чего сделал для города. Он открывал образовательные учреждения. Он занимался очень активно благоустройством. Благодаря ему появились телефон, электричество, водопровод, мощение улиц. Много чего я еще потом расскажу. И вот он задумал трамвайный путь. Он считал, что этот трамвайный путь крайне необходим для того, чтобы горожанам и тем, кто просто передвигается по городу, и тем, кто занимается бизнесом, было очень удобно. Так вот, к сожалению, этот проект не был реализован, в связи с чем тоже расскажу позже. Вопрос у меня такой к вам, уважаемые слушатели. Где мог пройти первый вятский трамвай? И три варианта ответов. Октябрьский проспект, он же Петербургский, он же Ленинградский, по Преображенской улице, бывшая улица Энгельса. И третий вариант – улица Ленина, бывшая Вознесенская или Николаевская. Я вот знаю, походу. Это знаю. Очень приятно. 708-502, 708-502. Вопрос, где мог пройти первый вятский трамвай? Октябрьский проспект, Преображенская улица или улица Ленина? Вы можете звонить и свой вариант ответа нам предлагать. Что вы получите в качестве приза, если вы правильно ответите? Вы получите сертификат от нашего спонсора, завода «Вятич», на 1000 рублей, который можете реализовать в одном из заведений этого завода. И что там попробовать, я уже сказала, и потом повторю в конце викторины. У нас есть телефон. Можно сходить и на обед, предположим. Конечно, можно покушать. То есть можно... потратите эти деньги по вашему усмотрению. Да, да. У нас есть телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Александр меня зовут. Здравствуйте, Александр. Что-то у нас какие-то помехи в эфире. Это... Ну, не знаю. Так, ну мы вас слышим. Александр, итак, где мог пройти первый вятский трамвай? Три варианта ответов. Октябрьский проспект, Преображенская улица или улица Ленина? По Преображенской. По Преображенской улице. Правильный ответ, Александр. Я вас поздравляю. Откуда вы знали его? Что вы вообще об этом знаете? А, честно говоря, интуиция. Я просто подумал, что, скорее всего, Преображенская была одной из центральных улиц города, поэтому там мог пройти трамвай. А как вы считаете, ну, центральная улица, а как вы считаете, этот трамвайный путь, что мог соединять? Соединять, наверное, Киров-Котласский. Киров-Котласский с чем? Ну, вспомните, ну... куда улица Энгельса уходит. Преображенская она же. Ну, с берегом Вятки там где-то там. Все правильно. Все правильно, Александр. Я вас еще раз поздравляю. Вы получаете приз от нашего спонсора «Вятич». Не отключайтесь. Сейчас наши редакторы запишут ваш телефон и объяснят, как получить этот приз. Сертификат на 1000 рублей в одно из заведений всем известного завода «Вятич», где вы можете отведать вкусную европейскую и русскую кухню и отведать новый сорт, фестивальный сорт от «Вятича», который начали варить еще в марте. Так вот, все правильно, Александр сказал. Именно по Преображенской улице планировалось провести первые трамвайные пути в нашем городе. Еще раз напоминаю, что Яков Иванович Поскрёбышев, который жил, родился в 1866 году, а умер в 1912 году, ему мало было того, что он обеспечил жителей Вятки социальными учреждениями, мало было того, что телефон, электричество, водопровод, мощёные улицы появились, улучшена была пожарная команда, городской санитарный обоз. Причем все это он устраивал на средства города, которые и в те времена были очень ограничены. Сметы приходилось составлять с дефицитом, восполняемым путем займов у тех же гласных и городских обывателей. Он вкладывал душу и средства. И, кстати, между прочим, переизбирался он 3 раза на должность главы города. То есть это не просто редактированная статья Википедии, да, людей, которые его любили и знали? Нет, есть, нет, он 3 раза... Он действительно переизбирался? Он 3 раза переизбирался, и я наблюдала его фотографию, такой интеллигентного вида, с усиками и в очках.
вполне себе молодой, моложаво выглядящий человек, который сделал очень много для нашего города. И вот он рассчитывал построить трамвайный путь по Преображенской улице, который соединял бы порт и Киров-Котласский. Понятно, что это было бы удобно для того, чтобы перевозить и людей, и какую-то поклажу люди могли везти. К сожалению, ему не удалось реализовать этот проект, потому что вот где-то в 1910 году, если мне память не изменяет, он заболел тяжело. Психическое заболевание на фоне нервной работы. Вот так, нервничать нельзя. Да, и через два года он умер, и его проект не был реализован. Но, кстати говоря, на Вятке несколько раз еще пытались реализовать построить трамвайные пути. Вот что касается Октябрьского проспекта, то до 1937 года, уже при советской власти, когда город нуждался в общественном транспорте, и было запланировано трамвайное движение как раз, первую линию начали строить на Октябрьском проспекте. На месте стадиона «Родина» было трамвайное депо. Были проложены рельсы. Война остановила стройку, и по рельсам еще ходили тогда рабочие составы от вокзала до нынешнего УДНТ. Только возили их паровозы. Потом в 60-х годах пути закатали в асфальт. Тут теперь Зеленый бульвар. До ЦУМа они же место для стоянок и клумб. А что касается улицы Ленина, это был третий вариант ответа у нас, то по этой улице начали ходить первые троллейбусы. Точнее, вот здесь, центральной гостиницы, была их конечная. В итоге сделали выбор в сторону троллейбусов как раз, да, вместо трамваев. Была их конечная. Вот так вот мы оказались без трамвайных путей, хотя я знаю, что многие мечтают под стук колес иногда просыпаться и засыпать. Я благодарю еще раз нашего автора викторины истории создания Романа Веселкова и благодарю нашего спонсора, всем известного завода «Вятич». Надеюсь, что мы встретимся еще не раз с вами, но уж точно мы встретимся в четверг. Это точно. Светлана Занькова, викторина истории создания, программа «Дневной разворот» в Кирове, Светлана Узельная, Игорь Рысев. Мы желаем вам всего самого хорошего. До свидания. И до четверга. Пока.